Константин Ильин. Подскажите, пожалуйста, почему жизнь как будто перевернулась с ног на голову? Сначала я лишился работы, затем умирает родственница. Совершенно неожиданно мы переехали с места своего жительства. Даже здоровье начало шалить. На работу не могу устроиться. Вы бы не могли посмотреть? Это чей-то насыл или, может, такой переход в другую жизнь? Еще дописать до вас не могу, а в прошлый раз я задал вам вопрос, вы уже озвучили мое имя. Это спрашивает Константин. Всегда помните, наша жизнь, она связана с тем, что мы эмоционируем. Если у вас эмоции в основном плохие, то есть вас все раздражает, вы беспокоитесь, вы ищете информацию, как информация появляется в нашей жизни. Мы смотрим TikTok. У нас большое количество информации, там эти разрушили, эти маньяки, этих покрошили. Здесь кино решили посмотреть, там ковиды, там еще что-то, эти друг друга кусают, эти друг друга съедают. После этого посмотрю новости, эти ругаются, эти ненавидят, эти злятся. После чего человек, в общем-то, и не разделяет позицию этих людей, но эмоции у него из этого всего складируются. Он как пылесос собирает эту информацию, сам не подозревая в том, что эта информация невербально воздействует на его мировосприятие. И человек просыпается с плохим настроением. И у него это плохое настроение, оно необъяснимо. И вот такое плохое настроение. Это не нравится, да все плохо, да и это не нравится. И плохие чувства, это надоело, это не нравится. Приводит к тому, что не работы, и так далее. Поэтому я бы хотел вам дать такой совет. Ни в коем случае плохо не эмоционируйте. Начните произносить себе слова. Мне это нравится, мне это нравится, мне это. Каждый день делайте это как медитацию. 3 раза по 108 раз. Уже через 1,5 недели и работу найдете, и жизнь.